Привет, друзья! Если вы смотрите это видео, значит, я окончательно собрался свалить проекта. Я расскажу вам, сидя на унитазе, немного о том, почему я хочу это сделать, почему все-таки ухожу. Так, на чем поставить-то? Вот, в общем, надеюсь, вам меня видно. В общем, такое дело. С чего бы начать? С самого начала я ожидал немного большего от этого проекта, абсолютно другого, наверное. Он не оправдал ожиданий. Дело в том, что здесь больше эксперимента, не шоу. Зрители не смотрят это шоу. Просмотров нет, вообще ничего нет. Модератор устраивает нам какие-то психические проблемы в плане того, что кому-то что-то принимает, кому-то что-то не принимает, до кого-то докапывается, до кого-то не докапывается. Все сотрудники тут подтвердили, что у модератора есть определенные чувства и эмоции. То есть, как бы он говорит, что он машина. Но все поняли, что он испытывает участники, испытывает симпатию к одному участнику, и все. И тем самым он и просрал это шоу полностью. Мне кажется, ему доверили это все дело. Но он не оправдал никаких ожиданий. Сегодня мы с Лерой уйдем, останется 4 участника, которые, 2 из которых вообще практически никому не интересны. Не то чтобы никому не интересны, они просто всегда были, пару заданий выполняли и спокойно себе сидели. Я вообще сейчас нахожусь на лидерской позиции, на первом месте. У меня там 15 тысяч отрыва от второго места, то есть я вообще далеко вперед ушел. Я выполнил больше всех заданий, на 100 или там на около 100. Вот, например, больше, чем Лера даже, да, хотя Лера тоже много заданий выполняла. Ну, в общем, шоу не получилось, эксперимент может быть. Шоу просрано, просто просрано все шоу, вообще ничего не получилось. Сюда можно было пронести с собой на это шоу все что угодно. Еще один телефон, кепки, майки, хоть, я не знаю, одежду, еду, сколько, все что хочешь можно было пронести. Хотя были такие жесткие критерии, то нельзя, это нельзя. Никто ничего практически не проверял. У меня даже есть какие-то пару шоколадок, которые я храню на черный день там, хранил. Вот. Сегодня в 20 часов я отправляюсь домой. Не домой, точнее, я останусь в Москве еще на какое-то время, поснимаю видео. У меня теперь есть новая камера DJI Osmo 3X. Вот. Подарок от моего руководителя. Вот. От компании Tattooage, скажем так. Вот, собственно, я ухожу, потому что, не находясь на первом месте, я не выиграю это шоу. Вот я вторую неделю сейчас подряд на первом месте, с большим отрывом, но я не выиграю это шоу, потому что тут все, блин, всем управляет этот модератор. Он делает все, что хочет. Если он захочет, чтобы я был на последнем, я буду на последнем. И я ничего с этим не сделаю. Так что кто победит, выбирают и не зрители, и не участники, и никто, кроме его одного. И это может быть даже подставной человек. Все нечестно, ужасно нечестно, нет никакой справедливости. С нервами у меня все в порядке, я бы держался дальше. Всего лишь 3-я неделя, господи, подумаешь. Вся проблема в том, что взяли человека, не самого лучшего, на место модератора, и все. Доверили то, что не должно было быть вообще. Он не способен на это. Спасибо, что голосовали за меня, принимали участие. Вот. Передаю привет всем, кто меня смотрел. К сожалению, это все, что я мог сделать на этом проекте. Если вы за то, если вы тоже моя такого же мнения, как и я, что проект скатился, ставьте хэштег на экране RIP в группе на экране. Ссылочка будет под описанием и хэштег тоже. Всем пока, с вами был Андрей Калашников из города Казани. К сожалению, шоу скатилось в никуда. Надеюсь, участники одумаются рано или поздно и тоже свалят нахрен отсюда.